Фарьё продолжает методично уничтожать деревья. Методично, его не пугает ни ураганный ветер, ни хера, тварьё ж такое. То есть уже уничтожено все, что можно вокруг, чтобы летела сажа с трубы ТЭЦ напрямик сюда, в наши легкие, чтобы кислороду было поменьше, чтобы пенсионеры быстрее отъезжали. Вот он. Не успокаивается. То есть, вот я говорил, вчера здесь уничтожили деревья, потом вот там на углу еще три дерева сегодня с утра спилили. И вот продолжается. Это школа, это все, что надо знать о путинской школе. Чему учат в школе? Вот они лежат. Вот хотите, подойду, покажу. Просто. Если раньше учили любить деревья, лес, природу, сажать лес, сейчас тварьё за любые бабки готово с бензопилой залезть в любой штормовой ветер и начать это все методично. Это вот у нас заселились азиатские, сука, йоти от них. Теперь вот видите, часть уже увезли бревен, то есть полностью вдоль. То есть тут росли деревья, но они смешают, колючая проволока это. Вышки важнее все это. Ой, мрази конченые просто. Вот такое вот россиянское. Это сегодня день природы, да, кстати. День чего-то там, вот поэтому они решили побольше спилить, короче. 18 число, ударно. Рядом с домом наблюдаем удивительную картину. Вот он сидит, голодный. И это скворец, ой, скворец, говорю, жаворонок. Это не воробей никакой, хотя на воробья похож. Орет и его кормит, сейчас его кормил. Жаворонок прилетело к нему с гусеницей. Он орет, желтый рот свой раскрывает. Я понять не могу, думаю, что такое. Вот он. Видите, как из ничего сюжет появился. Такой пушистый. Все, заткнулся. Я, наверное, напугал. Причем собирают именно червяков, всякую гадость, да. Таскают еще. Ну, податься им некуда, поэтому они вынуждены уже залазить в дом. Вот сидит еще один выше. Вот он. Вот этот молчит, вот он. Цыпленок пареный. Вот тот нет. Это они, видимо, вылет решили устроить. Может, у них гнездо тут где-то в кусте. Вот он. Да что такое? Не фокусируется на нем. Вот. Вот второй. То есть вылет был неудачный, потому что ветер, хвост короткий еще. Может, даже вылетели, вылезли из гнезда, не знаю. Сейчас вот так будут сидеть, орать. Потому что это с хвостом была птичка, прилетала. Решили затихнуть. Так, ну что, я пока даже не знаю. У меня черный хлеб только есть съедобного. Никаких червяков у меня нет. Два цыпленка сидят. Неудачно они, конечно, вылетели. Ну вот такой бодренький вполне. Вон он, вот, смотрите, он так подлетает, скачет. Я думал, вот совсем без пуди, он вверх прыгает. То есть вполне себе, вон они перемещаются, общаются между собой. Так, где она? Качает ветер, вон он жопой трясет. Так, бабка прилетела, вот она. Вот она, красавица, кормит их. Вот она, мухоловка, все, полетела другого покормить. Он прям за ней туда наверх скаканул. Да, вполне, они просто наглые, ленивые, значит, летают. Можно не беспокоиться, просто лень самим суетиться, жратву искать, понятно. Ждут, пока мамка в клюве принесет.